Ну, собственно, меня зовут Евгения Смородникова. Меня Павел Правдин. И мы занимаемся таким интересным видом творчества, как интернет-стартапы. И об этом мы именно расскажем. Занимаемся мы этим в двух разных направлениях. Я расскажу, в каких. Значит, первое наше направление – это образовательный портал Freshl.com, в рамках которого мы стараемся повышать образование начинающих и действующих интернет-предпринимателей, помогать им достичь успеха, вкладываем интересные материалы. И в рамках этой деятельности мы выступаем на различных конференциях, общаемся с непосредственно ребятами. Да, с кучей народа, который здесь, в Новосибирске, занимается и пытается заниматься тем же самым. В общем, это такая вот образовательная деятельность. Вторым нашим направлением деятельности является закрытый бизнес-инкубатор в городе Новосибирске под названием Garner Perch. Смешное название. Который, собственно, сосредоточил в себе 10 талантливых ребят, которые занимаются тем, что они запускают технологический интернет, социальные, мобильные стартапы мирового уровня, то есть на глобальные рынки. Этим мы занимаемся здесь, и в рамках этой деятельности мы достаточно часто сталкиваемся с крупным бизнесом, который представлен на новосибирском рынке, и различными инвесторами, которые здесь у нас также имеются в немалом количестве. Ну, собственно, понятно, когда мы этим занимаемся, у нас очень часто самый главный вопрос относительно каждого человека или каждого проекта, чем определяется его успех, что ему помогает или что мешает. Об этом мы и поговорим. То есть все вы, наверное, видели плакаты МТР, которыми зависели весь город, слышали по телевизору слова «модернизация», «наукоград», «инновации», «венчурное инвестирование» и так далее, и так далее. Нам пытаются сказать, что прямо город Новосибирск – это город открытых возможностей, где действительно можно найти инвестиции и создать свое дело. Так, подожди, но все эти слова, они звучат таким образом, как-то отдаленно от нас, да? То есть мы, когда их слышим, мы не ассоциируем, что эти возможности, про которые говорят на этих конференциях, из телевизора, из интернета, мы читаем, они доступны нам. Дело в том, что, общаясь вот с крупным бизнесом или с инвесторами в городе Новосибирске, мы, в общем-то, тоже нашли проблему такую, что эти компании не в состоянии найти, то есть у них есть и потребности, и идеи, и желание инвестировать в команды. И деньги. И деньги, что самое важное, да. Они готовы стать первыми клиентами, но они не могут найти тех самых ребят, которые готовы взяться за это в полную силу. И с другой стороны, мы знаем огромное количество ребят, которые пытаются делать свои проекты, пытаются войти бы в какой-то проект для такого бизнеса, но они вот друг друга не находят. Ну вот, собственно, их тысячи только здесь, в Новосибирске, таких ребят. Но сколько ты знаешь, вот, например, реальных успешных случаев инвестиций? По пальцам одной руки, когда команде какой-то дали деньги, и она потом стрельнула. Действительно, в Новосибирске есть команды, которые завоевывают мировой рынок, там российский рынок, но их очень мало. Ну вот, а это и, собственно, и есть та проблема, о которой мы хотели поговорить. На самом деле, когда мы общаемся с этими самыми ребятами и пытаемся понять, в чем же проблема, нам иногда кажется, что это просто им не нужно, что это такая какая-то... есть некоторые особенности менталитета или культуры. Давай что-нибудь конкретнее. Давай начнем прямо со школы. Вот, допустим, вы приходите в школу, вам ставят там двойки за то, что вы ошибаетесь. Вам говорят, что это плохо, ошибаться – это плохо. Вот как это может влиять? Вы знаете, то есть ошибаться – это неплохо, да, и вот то, что нам говорят в школе, что надо вот только таким путем ходить и никак иначе, это вредит любому человеку, кто собирается начать свое дело или кто желает стать предпринимателем, потому что путь предпринимателя – это всегда путь проб и ошибок. То есть это шаблон, который нам навязывается, и он действительно мешает нам становиться предпринимателями на благо города, страны. Но если взять просто такую статистику, 80% успешных стартапов, как правило, начинались вообще не с той идеи, с которой они потом выстрелили. То есть они начали что-то делать, поняли, в чем они ошибаются, поняли, что они ошиблись на самом деле. Большинство из них действительно ошиблись. Но пошли дальше, и у них все получилось. Но если мы пойдем дальше с вами и дойдем до университета, то что происходит там? Из нас делают узких специалистов и экспертов. Ты физик-ядерщик, ты преподаватель английского языка, ты там младший вязальщик по дереву или резчик, или еще кто-нибудь. Очень часто люди думают, что быть экспертом – это хорошо, и только так можно что-то делать, только будучи экспертом. И что из этого получится? Ну, здесь могу заметить, что те люди, которые действительно хотят стать предпринимателями, да, те, кто видит в этом свой путь, должны осознавать, что экспертный путь – это путь, на самом деле, достаточно тяжелый. То есть, будучи только широким дилетантом, что не очень приветствуется
вообще в нашем обществе можно действительно достигать каких-то результатов. То есть надо уметь выйти из своей зоны комфорта и войти в ту сферу и науку, которая нам, например, не очень дается сейчас. Но для того, чтобы вот действительно облегчить свой путь, надо постоянно изучать что-то новое. Надо все время пытаться найти другие сферы, в которых ты можешь тоже что-то узнать. То есть, ну, не обязательно становиться экспертом во всем. Достаточно лишь просто расширять свой кругозор, и это поможет вам достичь своей цели. Ну, есть еще одно очень интересное исследование. Люди пытались понять, каким образом в одних странах соблюдаются правила, и люди несут ответственность за то, что они делают, а в других странах связи решают все. Отгадайте, как к этому относимся мы. У нас действительно исторически мы не доверяем незнакомым людям, но прощаем все своим друзьям. Для нас очень важны личные отношения. Так сложилось, это часть нас на самом деле. Но не всегда это хорошо. Да, я замечу здесь, что на самом деле вот культура работы с дружным коллективе, когда то есть мы что-то начинаем делать, мы всегда стараемся наладить личные отношения, но личные отношения оборачиваются еще и тем, что мы создаем культуру всепрощения, то есть действительно, когда можно извиниться за отсутствие результата, и это создает сложности. Также как мы должны быть открытыми, то есть мы вот буквально раз в неделю сталкиваемся с ребятами, которые говорят: у меня есть классная идея, но я вам ее не расскажу, потому что вы ее у меня вдруг украдете, или я вообще никому не рассказываю. То есть мы боимся чужаков, мы считаем, что нам это может нанести вред. На самом деле те, кто открыт, те, кто с открытым сердцем общается с окружающим миром, доносят свои цели и стремления, именно те и получают ту помощь в нужный момент, когда она им нужна. Давай дальше пойдем. Есть еще очень интересный момент. Если вы в Европе зайдете, вспомним про то, что мы сегодня говорили, что Новосибирск — это город умных людей, умных и образованных людей. Даже когда мы общались с людьми из Кремниевой долины, они нам говорили: да, ребята, у вас тут на квадратный метр реально больше людей умных и образованных, больше, чем даже там. Но чем это оборачивается? Это оборачивается зачастую тем, что очень сложно достичь такого сократовского дзена, когда я знаю только то, что ничего не знаю. Да, здесь я подмечу, что когда мы очень умные, да, мы свои гипотезы и предположения стараемся даже не проверять. То есть, как это выражается? Я придумал новую классную штуку, которая будет нужна всем, то есть некий продукт. И я даже не буду пытаться особо сильно это проверять, я его создам, и потом рынок его примет. То есть проблема в том, что мы всегда считаем, что наши предположения, они вернее. Если мы себя ставим, опять же, на позицию, что я ничего не знаю, да, то с любой идеей надо идти в мир, надо общаться, надо получать обратную связь, надо понимать, что каким бы умным мы ни были, всегда найдется та точка зрения, которая значительно более ценна, чем наше суждение о своей же идее. Далее пойдем. Если вы зайдете в Европу, в какой-нибудь бар или кафе, у вас действительно велик шанс встретить хозяина заведения прямо за стойкой бара. Он будет стоять и прекрасно общаться с людьми, которых он знает давно и в лицо, со своими клиентами. А если вы выйдете отсюда, зайдете в ближайшее заведение, я думаю, что вообще в Новосибирске можно ли найти хоть одно, в котором хозяин стоял бы за стойкой бара. То есть у нас исторически так сложилось, что общаться с клиентом, оказывать услуги, это даже несколько зазорно. И все пытаются этого избегать. Здесь возникает такая ситуация, что когда вы придумали, чтобы предложить этому миру, и вы являетесь носителем этой идеи, вы просто обязаны с самого начала своего пути и до, там, не знаю, полного становления бизнеса непосредственно общаться с клиентами, получать ту обратную связь, потому что только вы можете изменить суть вашего продукта, который вы делаете, суть вашего бизнеса, да, и могу сказать, что на самом деле оттепель чувствуется в Новосибирске, и можно все-таки, наверное, найти ребят, которые, являясь там владельцами, там, создателями бизнеса, все-таки общаются с людьми, они поручают это продажникам, но важно, чтобы мы все понимали, что если мы что-то хотим, например, мы технический эксперт, и мы хотим создать какой-то технологический продукт, нам надо пересилить себя, и самому пойти и самому общаться с клиентами, не поручать это никому другому. Потому что в противном случае окажется, что вы что-то делали, мы реально знаем ребят, которые целый год программировали что-то,
А потом выкинули это на рынок, и оказалось, что это что-то никому не нужно, потому что они не знали своего клиента, вообще даже не были с ним знакомы. Вопрос есть в зал. Кто хочет стать богатым и знаменитым? Из тех, кто еще не стал. Лес, звук. Никто не хочет стать богатым и знаменитым, это замечательно. Мы расскажем по этому поводу одну очень поучительную историю, которая говорит о том, что не всегда вот именно создание своего дела, да, какие-то стартапы, они ведут к тому, чтобы стать богатым и знаменитым. Да, я расскажу историю про малоизвестную американскую компанию General Motors. Она была основана в начале 20 века. И, собственно, эта компания в Соединенных Штатах, она ассоциируется с одним классным менеджером, который ей управлял. Его зовут Альфред Слоун, в честь него была создана школа предпринимательства при Массачусетском технологическом университете. Написана серия книг о том, как он именно управлял и приводил к успеху эту компанию. Он прожил очень долгую жизнь и как бы добился всего, чего только мог. Он умер в богатстве, в признании и почтении. Вот. Но даже в самих Соединенных Штатах никто не знает о том, что кто создал эту компанию. А создал эту компанию некто Уильям Дюрант. Это человек такой авантюрной натуры, который просто однажды увидел на улице первую модель автомобиля. Он занимался телегами. Да, и занимался телегами. Он понял, что это та инновация, которая заменит все. Она поменяет мир. И побежал создавать компанию. За 3 года этот человек добился из нескольких тысяч долларов инвестиций в огромную компанию, которая заполонила весь рынок США. Но на этом пути он привлекал людей, которые, значит, помогали ему. Это инвесторы, это какие-то управленцы. И через 3 года его просто выгнали из этой компании. Его уволили и сказали: все, ты слишком энергичный, у тебя все время какие-то затеи новые, мы хотим стабильный бизнес. И что он сделал? Он пошел и познакомился с неким автогонщиком по фамилии Шевроле и создал другую малоизвестную в Соединенных Штатах компанию под названием Шевроле. Значит, что произошло дальше? Он за 2 года развил эту компанию до невероятных высот, он занял свою нишу рынка, и он просто продал ее для того, чтобы выкупить General Motors. Он и уволил всех наверняка. Выкупил General Motors и выгнал всех тех, кто его обидел в прошлый раз. Что с ним произошло дальше? Через 3 года история повторилась. Его снова уволили из General Motors. Черт вообще. Пример здесь в чем? В том, что этот человек всю свою жизнь, он просто потерял интерес к автомобильной отрасли, и он действительно занимался только тем, что он запускал новый бизнес, он пытался инновации создавать, он инвестировал в проекты, создавал какие-то новые направления. Но стал ли он богатым и знаменитым? Нет, не стал, к сожалению. То есть он закончил свою жизнь достаточно незнаменитым человеком, и сейчас его никто не знает. Даже, то есть, как бы в Соединенных Штатах, не говоря уже о нас. И он провел счастливую жизнь. То есть когда он понял, что как бы он уже сделал в этой жизни все, он точно понимал, что он делал именно то, что ему нравится. Ему нравилось запускать новые бизнесы. И именно поэтому следует заметить. Да, что на самом деле просто по статистике среди успешных проектов людей, которые говорили, что делали это ради денег, только 5%. Все остальные просто делали это, потому что не могли остановиться. На самом деле мы очень много наговорили всякого плохого, да, почему все плохо, сложно и так далее, и так далее. Но тем не менее, мы видели своими глазами, как люди меняли свою жизнь. Они были, конкретные ребята, у которых тоже были свои проекты, у которых тоже многое не получалось, они не могли найти клиентов, инвесторов и так далее и тому подобное. Но они менялись и начинали взлетать, то есть их проект начинал двигаться колоссальными темпами. Как правило, это происходило в связи с каким-то кризисом, да, с которым мы все сталкиваемся. Вы знаете, то есть каждый из нас рано или поздно сталкивается с кризисом, это хороший повод подумать. Кризис бывает разный, но я имею в виду профессиональный. Там потеряли работу, надоела работа, менеджмент утомил. Скотина, начальник. Что угодно. То есть и в этот момент каждый из нас действует по-разному. Кто-то переживет и пойдет дальше, а кто-то сядется и действительно задумается, почему так происходит. И чаще всего так происходит только потому, что мы занимались не тем, что нам нравится. Мы занимаемся не теми делами, которые нам следуют. Ты расскажи на своем примере, что ты могу. Мы с Женей, по сути, шли в параллель точно так же. То есть мы прошли в корпоративном пути все лесенки, какие только можно, от самых там линейных сотрудников до директора развития, технический директор. И на каждой ступеньке
именно кризис того, что мне здесь некомфортно, скучно, и двигал нас дальше. Но когда мы добрались до этих директоров, и, собственно, случился очередной кризис... Мы подумали, а что делать-то дальше вообще? Только тогда мы смогли понять, что, например, лично нам нравится заниматься тем, что искать новые бизнес-модели и запускать новые бизнесы. Но суть... Да, давай суть. То есть эти ребята, о которых мы говорим, которые начали взлетать, они на самом деле действительно ничем не отличались. Они просто поняли, что они запускают свой стартап не потому, что хотят быть богатыми и знаменитыми, не потому, что они не хотят работать на злого дядю, который им не нравится, не еще по каким-то причинам, а просто потому, что это и есть то, чем они хотят заниматься каждый день, прямо сегодня. Знаете, вот Стив Джобс каждый день смотрел в зеркало и спрашивал себя, если бы я знал, что завтра умру, делал бы я то, что я собираюсь делать сегодня. И если несколько дней подряд он говорил себе «нет», то он понимал, что что-то нужно менять. И это как раз ровно то, что как нужно себя воспринимать. Мы должны понимать, что будущее, оно не наступит вообще никогда. Мы с вами останемся жить прямо здесь, в сегодняшнем дне. И именно сегодня мы должны делать то, чего мы хотим от своей жизни. Да, я хотел заметить, что неважно, кто из вас чем занимается, то есть мы говорим с точки зрения вот каких-то там стартаперов, но кто бы что бы ни делал, очень важно для себя понять только одно, что занимаетесь ли вы тем, что вы действительно любите, занимаетесь ли вы тем, что доставляет вам удовольствие. И неважно, разводите вы овец, запускаете стартапы или работаете маркетологом. Самое важное – делать то, что вам нравится, и это обязательно приведет вас к успеху. Потому что вы увидите тот самый город открытых возможностей, который на самом деле у нас есть. Спасибо.